80 тонн песка, 2 дня и 13 скульптур на пляже. В Одессе на выходных состоялся 5-й юбилейный Одесса Sand Fest. Супер, я вообще в восторге просто. Такого никогда не видела, первый раз. И очень довольна. Матвей, тебе понравилось, сынок? Иди сюда. Нравятся тебе скульптуры, сын? Да. Классно, правда? В Украине, ну, мы нигде такого не видели. Очень классно. Прям чудесно, действительно. Честно сказать, очень красиво, просто восхитительно. Ну, смотришь на этот рисунки, как оно вообще все красиво так сделано, нет слов. Песок на пляж завезли из карьера, ведь морской не подходит для создания скульптур. Он слишком рассыпчатый. На выставке можно встретить скульптуру Бендера из Футурамы, космического кота, белку и стрелку. В общем, без объяснений ясно. Тема 5-го фестиваля – космос и все, что с ним связано. Временная выставка под открытым небом на пляже привлекает внимание одесситов и гостей города. Они фотографируются вместе со скульптурами, рассматривают их и выбирают своих фаворитов. Мы приехали специально на эту станцию, да, чтобы посмотреть вот эти фигуры. Очень красивые достопримечательности временные. Это очень красиво, мне очень нравится, особенно Валли и Ева. Это, ну, правда, они не настолько такие же правдоподобные, как в мультфильме, но тоже очень похожи. Мне, например, «Туманность Андромеды» шикарная, шикарная экспедиция. Внучке понравился «Космический кот». Если честно, я очень болела за вот эту фигуру. К сожалению, я не увидела, как она называется, но, в общем, я смотрела на нее и была уверена, что это вот первое место. Победу в номинации «Приз зрительских симпатий» можно было бы с уверенностью отдать скульптуре «Туманность Андромеды». Практически все наши собеседники называли ее лучшей работой, ведь каждый находил в ней что-то свое. Вот чем она вас зацепила? Знаете, такое, но какой-то таинственностью, как, ну, я даже не знаю, как объяснить. Какая-то такая, вот как изюминка в ней. Она вот взгляд никуда, но классно вообще. Интересно. Отдыхающие сознаются, они удивлены тем, что скульптуры никто не разрушил, ведь как таковой охраны на пляже не было. Кроме того, некоторые туристы сами делают замечания желающим поправить пляжную достопримечательность. Не хватило вчера насладиться, когда уже открыли выставку, когда можно было пройтись и посмотреть более внимательно, было много людей, и уже вечерело, и я думала, если честно, что до сегодняшнего дня выставка не доживет, потому что было очень много желающих посмотреть выставку. Но вот видите, выставка сохранилась, и я очень рада, мы пришли еще раз полюбоваться. Зная наших людей, то, что люди, они, получается, не ценят, знаете, чужой труд, поэтому есть такое предчувствие, что они способны были разрушить. С верой в человечество и надеждой на то, что парк скульптур из песка простоит как можно дольше. Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».